Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. В первую очередь, мне показалось, несмотря на то, что вы говорите про мужчину, что именно вы не очень-то в себе уверены, и именно вы по какой-то причине в этой ситуации тревожны. Потому что вы спрашиваете, не поймете, нравитесь ли вы человеку или нет. Как правило, подобный вопрос, нравлюсь ли я или нет, возникает в случае, если человек себе не уверен. Если человек себе не доверяет. Дело в том, что, на мой взгляд, здесь все очевидно. Вот. В том смысле, что мужчина к вам не безразличен, но он очень стеснителен, он очень не уверен в себе. И, соответственно, его неуверенность в себе может стать основной характеристикой. То есть, когда, ну, условно говоря, отношения выстраиваются только вот по такому, по такой модели развития, как то есть, когда человек не уверен в себе, нет какой-то прямоты, нет какой-то искренности, нет какого-то вот, ну, какой-то такой, знаете, вот, договоренности, да, нет, может быть, нет взаимопонимания, вот. И, соответственно, то, что вот вам нужно, на мой взгляд, на что вам нужно обратить свое внимание, как мне кажется, это на то, что готовы ли вы к такому человеку рядом с собой. То есть вы довольно много описываете подробности, вот. Но ваша внимательность к деталям выдает именно все-таки вот конкретно тревожность. То есть как будто вы сами вот, допустим, чего-то боитесь, вот как будто вы сами чего-то опасаетесь, и как будто вы сами, скажем так, не совсем искренне с собой. Ну, сами с собой. Ну, там, вот. То есть как будто вы сами ну, не можете прямо сказать, например, человеку о том, что вам хочется, о том, что вам нужно и так далее. Причем обратите внимание, что когда он, например, схватил вашу сумку, как вы сказали, вот, и потащил ее куда-то, вот, вы за ним пошли, то есть вы не стали отстаиваться за свою позицию, вот, вы не стали, значит, ну, как бы продвигать, условно, свои интересы, да, ну, да, просто пошли за ним.
И, соответственно, первый вопрос в таком случае. Вот. Насколько вы уважительно и ценностно к себе относитесь? Вот. Если не оставите свою позицию. Следующий важный момент. Вы говорите, что мужчина вам интересен, я бы хотел более подробно раскрыть этот интерес. Вот. Потому что по факту вы только говорите про общение. Вот. Вы говорите, сейчас вы пойдем пообщаемся, сейчас пойдем пообщаемся, но по сути как-то вот не общается. Вот. И это наводит на мысль, что может быть между вами не так уж и много общего. Поэтому особое внимание обратите на то, именно чем человек вам интересен конкретно. Вот. Вот вы говорите, что вас не интересует и так далее. Обратите также внимание на то, почему вам важно понять, нравитесь ли вы ему. Вот. Тоже довольно-таки важная штука, потому что когда вы, например, ориентируетесь на то, нравитесь ли вы или нет, но а не на то, нравится ли вам или нет, и как вы можете свою симпатию проявить, вы рискуете оказаться в зависимых отношениях, вот, где, в общем-то, вам будет весьма-весьма некомфортно, и, ну, счастья в таких отношениях не будет у вас, вот. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание на эти вещи, вот, они могут вам помочь и могут даже оградить вас от какого-то негатива. Пока что это все. Я надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что было интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.